Сейчас вы увидите мои раскадровки и кусочки по недавно вышедшему коллабу Маны. А перед началом видео я хотел бы подвести итоги этого лета 2020, которое прошло очень даже неплохо для моего анимационного канала. Я начал делать мультфильмы, я освоил немножечко озвучку, хоть все говорят, что она кривая, я знаю. Еще невозможно не упомянуть Николая Белова, который позвал меня в один из коллабов, который принес мне небольшую популярность и некоторые связи. В любом случае, я считаю, этого лета было расцветом моего канала. Движемся только вперед. Теперь смотрим. Let's go.